В Москве и Подмосковье открылись пункты приема елок для переработки. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В столице подобных пунктов 12 и еще один в Мтищах. Отметим, в прошлом году на утилизацию в Москве сдали 560 новогодних деревьев. Без мишуры, гирлянды и прочих украшений. Такой должна быть новогодняя елка, поступившая на утилизацию. С 9 января по 28 февраля в столице будут работать пункты приема новогодних деревьев. Сдать один из символов Нового года можно с 10 утра и до 6 вечера. Именно так работает большая часть пунктов. После переработки из пихты, ели или сосны сделают щепу, которая послужит основой для растительного грунта. Адреса и другие подробности можно узнать на официальном сайте Мосприроды. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.